Приветствую вас, дорогие друзья! Сегодня у нас на распаковке две посылки. Да, сегодня на распаковке две интересные посылочки. Вот эта вот посылочка шла 73 дня. Шла она левым треком, трек не проверялся, и мало того, я уже успел за нее вернуть деньги. Уже продавец вернул мне деньги за нее. Оценена она в 2 доллара, вес 100 грамм. Это лампа. Лампа для наращивания ногтей. Как вы видели, ссылочку на видео оставлю. Решили мои девчонки заняться наращиванием ногтей. Вот, заказал им лампу. Хотел большую, но, наверное, сначала попробуют с маленькой, а потом закажем и большую лампу. Посмотрим. Вот так она упакована, внутри пусто, то есть никакой коробочки, ничего, просто завернута в пупырку. Шла, конечно, очень долго, цвет сразу не совпадает цвет. Цвет я заказывал белый, вышла красная, ну, в принципе, сейчас уже без разницы, уже деньги возвращены, так что уже без разницы, какого она цвета, деньги я за нее уже получил. Значит, что идет в комплекте? Вот такое вот, такое вот зарядное устройство. Это, наверное, он идет и как адаптер, и как зарядное устройство одновременно. Вот такой вот USB шнур, с одной стороны штекер, с другой стороны USB-шка и сама лампа. Просто грязь, я думаю, поцарапанная. Нет, не поцарапанная. Вот такая лампа. В принципе, ничего особенного. Сейчас давайте попробуем включить ее. Чтобы не тянуть особо шнур, я, наверное, сделаю проще. Я подсоединю к пауэрбанку, он должен быть заряженный. Да, немного есть зарядки. Ссылку на пауэрбанк тоже оставлю. Тоже было видео по этому пауэрбанку. Пауэрбанк работает отлично. Правда, на мой Кубот, который у меня сейчас, Кубот S550, который исправно работает, все меня радует, ссылочка тоже на него будет. Зарядки хватает на 2 раза зарядить, то есть аккумулятор 5000 в Куботе, хватает зарядить на 2 раза. Так, вот я подключил, включаем пауэрбанк, потому что он автоматически выключается, и включаем саму лампу, да? Такое вот свечение, и вот под этим свечением будут сушиться ногти. Включается и выключается. Такая вот маленькая прикольная лампа, но под ней именно UF гель, ультрафиолетовый гель. Вот сушить вот под такой вот лампой, допустим, сушить лаки, где нужна температура, это уже не подойдет, это надо уже другую лампу, более большую, более профессиональную. Но я еще раз повторюсь, это если у них все будет получаться, обязательно приобретем эту лампу. Вторая посылка шла 35 дней, оценена она в 5 долларов. Мне не понравилось, что она заклеенная. Но вроде что-то в ней есть, значит, не украли все-таки, да? Давайте откроем, посмотрим, что там. Опять же завернутые в пупырку что-то. Что-то завернутое в пупырку. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Ага. Так, пакетик, больше ничего нету. Это у нас эпилятор. Да, это у нас аккумуляторный эпилятор. Так же, как я делал уже обзор на электробритву, также сделаю обзорчик на эту вот, на этот аккумуляторный эпилятор. Есть защитная крышка в комплекте, входит щеточка и шнур для зарядки. Ну, в принципе, все то же самое, что и в электробритве, только в электробритве были еще запасные.
запасные ножи. Здесь запасных ножей, к сожалению, нету. Да. Вот такая вот штука. Я думаю, она работает по принципу бритвы. Да, это вот такой вот эпилятор. В следующем видео сделаю обязательно обзор на него. На сегодня все. Подписывайтесь на мой канал, заходите в описание. В описании будут ссылочки интересные. Оставляйте комментарии. Все, всем спасибо. Жду ваши комментарии и ждите в следующем видео обзор на эту бритву.